Welcome to Colorado, 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Так, приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил, вы на канале Фунзы. Возможно, я немножко поздновато начал запись, чтобы зацепить всю кассену. Так, ты отлепись, блядь. А, как вы видели, там 4 цели. Охуеть, можно. 4, блядь. До этого максимум 2 было. Здесь 4. Все сложно, блядь. Все, я не справлюсь, нахуй умрем. Спидорби. О, тайник. Че, серьезно? Я тут до этого тайник сделал. Он реально так близко. Давай монетки сразу. А, моя любимая дубиночка. Ну, мне понравилась дубинка, естественно. Так, возможность, давай. Псих в маске. Эзра Берг, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. Так, все, надо пиздело. Язык проглотил. Итак, легендарный Эрза Берг, похоже, вот-вот будет предозировка. Легендарный оперативник Моссада, специалист по допросам с использованием медикаментов. Судя по всему, он здесь, чтобы допросить заложника. По нашей информации, граждан устроил импровизированную лабораторию для создания препаратов. Однако большую часть времени он проводит в подвале. Возможно, это шанс. Что, пойти в лабораторию или в подвал? А он один на один будет проводить? А я, кстати, не знаю, где его подвал. Давай, отслеживаем. Окей. Для начала ключ от подвала нужен. Но это, в принципе, логично. Кстати, нихуя, что так мало возможностей? Там с двумя было больше возможностей. Что за хрень? Ебать беспалевность, нахуй. Сука, почти в открытую хожу, и меня не палят. Так, кстати, амбар. Или что это такое? Это вроде амбар. Давай зайду, может там какой-то лут есть, может там можно переодеться где-то. Хотя тут даже, знаешь, кроме как по амбару, не пройтись нигде толком. Давай. Ну, кстати, Бангкок-то я прошел, поэтому сейчас я прохожу... Это. А, лопата, блять, ее только взять. Колорадо. That is Sean Rose, terrorist. Это Шон Роуз, бывший террорист. Еще одна возможность. Ну, давай возьму, может потом понадобится. Мы имеем дело с высоко летучим соединением. Нитроглицерин. Он же этроксипропан. Короче, они... Сейф, блядь. Там чё перед сейфом? Чё, блядь, это к чему вообще? Странная очень возможность, давай её тоже гляну. Разрушительная мощь. Итак, Шон Рус заказал партию взрывчатого геля. А что может пойти не так? Звучит многообещающе. Сегодня утром группировка боевиков получила крупную партию нетроглицерина, которая сейчас хранится на оружейном складе. Очевидно, сам Роуз собирается испытать гель, как только будет готов первый образец. Ну, понятно. А, на себе, что ли, испытать? Так, тут что? Я могу залететь, дать пизды? Не, не могу. Это опасно, это... Блять, а, вот тут здесь могу пролезть. И чё мне... О! Еще одна возможность. Ебать возможности. Так, а According to the blueprint, Sean Rose is building an explosive battery unit for a Link 4 smartwatch.
Так, я могу открыть и там двоим навалять, но... Безопасно ли это? Блять. А у меня не запали? Сука, а там еще опаснее, там толпа. Ты заебал, пиздец, заткнись нахуй, дура. Так, два долбоебика втыкают. Слушай, тут это автомеханик, что ли, там? Давай, я могу, в принципе, его попробовать забрать. Опа. Блять, какую нахуй взрывающуюся батарейку? Я не просил ничего отслеживать. Не отслеживай, дура. Я вот это хотел попробовать. Я вообще близко? А, ну да, я поближе подошел уже. Давай я, может, какую-нибудь все-таки одежду-то заберу. Тебя есть куда запаковать тут? Опа, давай гаечный ключ, бам. Блять, его некуда запаковывать. Сука, это рискованно его забирать. Тем более, прям перед лицом толпы. Не, так себе. А если он там кряхтение какой-то издаст? Я ему там поебал, он кряхнет, блять. И все, меня запалят. Это пизда. Давай еще кирпичик. Тоже неплохо. Ебать, я кидаться смогу. А, бля, как ни в чем не бывало. Нахуй иду. А, меня запалили. Придется не так. Охуевше идти. Ебать. Да хули вас тут так много, блядь? Дайте мне тут походить, помродить, а. You gotta be kidding. Я тут... Я когда-то, помню, походил эту хуйню, но я нихуя не помню толком. Почему тут везде заборы? Куда я могу пройти тут? А, тренировка стрельбы. Блять, палят, палят, суки. Ну нахуй, я назад, наверное, вернусь. Так, этого гандона меня не завалить. А кого мне тогда вальнуть-то, я не понимаю. Кстати, у Колорадо тоже можно, по сути, всех убить. Не этих четырех целей, а вообще всех NPC имеется в виду. По сути, их тут маловато. Можно убить. Это тебе не какой-нибудь Париж, где там, блядь, тысяча на карте людей. Сука. Мне вальнуть этого гандона? Или как? Я могу вот сюда перелезть. И попробовать что-нибудь взять. Допустим. Блять, но мне не кажется это безопасно. Спокойно. Спокойно. А, вот, спалил меня. Давай, подходи. Так, ты вроде никому доложить не успел. Да? А, камера сняла. Пизда-то. Все в пизду нахуй заново. Заново, блядь. О, кстати, как раз... Иди нахуй. Так, давай дубиночку на всякий. Ладно, мне не кажется, это особо крутой местностью. Давай я заберу шприц, но не буду заходить отсюда. Давай откуда-нибудь с другого места. А, ну да, кстати, мне нужно возможность взять. Она как раз вот здесь. Кстати, да, у меня там дождик на улице. Шел? А, прошел, закончился дождик. Я тогда окошко вот открою. Немножко шумновато будет, но, блядь, жарко просто, пиздец. А, я, кстати, могу... Я могу тут двоих завалить. У меня есть куда их убрать. У меня, я, блядь, живу в таком месте, прям около дороги. Вот, сука, из-за этого шумновато, так. Там не вариант пройти, я думаю, что где-нибудь в другой стороне. Так, вот, один идет. А, нет, блядь, он ко второму подходит. Сука. Да почему вы все время, блядь, по двое тут ходите? Тут твари, уроды, мрази, гниды. Маму нежно. Ах ты, блядь, сучара. Так, шмальнуть не успел. Ладно. Хотя бы так. Куда вас закинуть-то нахуй можно? Давай, для начала переоденусь.
Так, тут баночку я могу взять? Блять, блять, что за провал? Так, куда тебя закинуть-то, нахуй, ты? Жирная, жирный голопупик, нахуй. Хождение в труселях. Блять, неужели тут реально некуда закинуть? Пиздец, я его таскаю по полу, блять. Я тут вам подметаю, вы не обращайте внимания. Ебан кайфует, нахуй, расслабился. Он чисто отдался природе, нахуй, катается. Я его, блядь, тут запаковать пытаюсь, спрятать, а он, сука, кайфует. Это вот когда вот на какой-нибудь тусовке вот друг набухался, и ты его пьяного домой тащишь, вот похожая ситуация. Он такой расслабленный, кайфует, а ты его, блядь, тащишь. Сука. Вот чем я нахуй занимаюсь, а? Почему тут места? Нет места, куда я зап... Вот, вот место есть, давай. Я могу... Блядь, у меня отмычки нету. Отмычки нет. Какой нахуй поиск, охуели? Да, блядь, опять заново начинает, ну сука. Это пиздец. Welcome to Colorado. Блядь, как туда зайти нахуй? Я угорнусь, реально, блядь, дойдет до того, что я настолько нихуя не смогу сделать, что я даже зайти не смогу. Вообще смешно будет. Вот, один вроде идет. Блядь. Ну, сука, ты в воду зайти не можешь, ты, блядь. Не пали меня, сука. Во, я могу заныкать. Так, ты уйди. Уходи, уходи. О, не услышал. Никто ничего не спалил. Вы ничего не видели. Сука, надо его убрать, пока не спалили. Но автомат спалит. Ты серьезно? Тут не арест, тут убийство нахуй. Нас, сука. Блять, ты по кому шмалять собрался, гандон? Блять, я ебал этот. Уходи. Все нахуй. Перестрелка, гандон, давай. Сука, убили. Ну я в огне еще там сидел. Может, я от огня вообще сдох. Давай повтор. Пизду. Надо будет как-нибудь реально прям максимально по-жесткому еще попробовать пройти. Я думаю, да, вот после того, как я буду в целом проходить игру, я думаю, что-нибудь еще вот такое прям конченое выбрать. Ну ладно, походу, единственный вариант это реально внутрь взлетать, что-то там делать. Блять, ну мне кажется, это даже интересно. Можете также об этой идее в комментариях описаться. Ну, я думаю, это довольно интересно, блядь, пойти всех нахуй на проумах суярить. Типа он просто сходу сразу там 2 кило ебануть там или парочку бейнуть. Как-нибудь как в том же Watch Dogs, не, вот, не как в Hitman'е здесь спокойно, аккуратненько убивать пачками людей. А вот... Ой, ну не пачками, а вот чисто вот пару целей, которые тебе нужны были. А вот именно вот как в Watch Dogs, вот я помню. Что в... Да всего всех частях Watch Dogs можно было просто зайти там разгибать. Только, конечно, в первый там это репутация упадет. А, не-не-не-не, в этих в больницких всяких хуйнях не упадет. Что такое? Что там заметил? Что, апельсинчик упал? Что ты увидел? Ничего ты не видел, не надо. Ты, блядь, спиной смотришь, ты ебаное животное. У тебя нахуй глаза на затылке есть, ты. Нахуй, нахуй. Пизда мне, пизда.
Бам, блядь. Бам, блядь. Давай, сука, на. Кто нахуй? Кто? Чё там ныкаешься? Ёбаный повар. Почему у повара тоже волыны есть? Так, взять там. Всё нахуй, убил всех сейчас. Хандоны. Ты кто такой, блядь? Пошел нахуй. Нахуй, иди, козёл. Тут реально ёбаный вождёк начался. Только хакерства не хватает. Блять, пули заканчиваются, правильно? Ебался нахуй, у меня пули заканчиваются. Все, пизда нахуй. Упал, сука. Упал нахуй. Почему у них это пуля в башке не появляется? У меня, бля, пуля заканчивается, иди нахуй, козёл. Все, я съебываю. Бля, нахуй иди. Я спрятался, я в домике, бля. Бля, я понимаю, что мне стоит сейчас на заново начать, потому что по стелсу получше будет, наверное, да. А, не знаю, где я. Ты хули на меня палишь там с волны направо? А, да, не знаю, где я. Это было плохой идеей спрятаться, ну ладно. Не, это вполне возможно тут всех переубивать, это вполне возможно. Welcome to Colorado 47. Блять, ты заебал, хули опять прилип-то? Ой, блядь, нахуя пистолеты я взял? Вот. Дубиночка. Так, возможность, давай. Ezra Berg, Да, я 47-й еще. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Не пали, сука, мразь. Она заебет каждый раз поговаривать. Пиздец, я просто... Я не знаю, как я тут пробегаю, не спалившись. Да вы заебали палить, хули вас тут так много-то, а? Звездец какой-то. Ты чё бутылку разбил? Блять. А, вот, отошел. Так, спиной. Спит, блять. Спит, 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 спит. Как говорится, спит и не спит. Да блядь, вы заебали, дайте. Каких нахуй чокнутых? В смысле стало больше чокнутых в лагере? В последнее время. Блядь, ебать, я далеко забежал. Пиздец. Пиздец. Так, запись-то идет вообще? Да. Бля, ебать, у меня в GeForce Experience тут, блядь, мышка быстрая. Ну охуеть! Охуеть, спалили! Маму! Поиск, бля, охуеть, нахуй.
Куда спрятать быстро тело? Быстро тело заныкать. Давай, слиться под видом. На похую мне. Так, нет, не буди его. Во. Я сбегаю. The perp was wearing a dark leather jacket так. And cargo trousers. Кем замечено нахуй преступление, не понял. Давай. Да, блядь, Б. Какое В? Так, давай, куда заныкай быстро? А, вот шкаф. В смысле, нахуй меня ищут, охуели? Так. Так, одного упаковал. Блядь, меня ищут, нахуй. Давай, отключить нахуй сервера. Я хуй знаю, зачем это по приколу. Пиздец, Колорадо, это, конечно, вообще экшончик. Меня ищут, блядь. Какого хера? А как вы поймете, кто я? По наводке того челика? Okay, we're in the clear, boys. Сука, нашли. Ёбаный рот, блядь. Этого казино. Я не вижу их. Слишком много пыли нахуй. От их выстрелов. Что, кто на меня нахуй? Кто нахуй? Давай. Давай, вот так из-за стены буду, как читер ебаный. У меня вид от третьего лица, мне похуй. На тебе, блядь. Я с юмпа вас всех разъебу, нахуй. Ах ты, сука, блядь. Мать ебал. Выебу. Оу! Пизда. Вовремя я, конечно, его пиздить начал, блядь. Я ебал эту просто карту, нахуй. Как я эту хуйню проходить буду? Welcome to Colorado. Ты заебал прилипать к этой хуйне. Это пиздец просто. Давай. Так. Бам. Сколько у меня еще миллионов попыток будет? Так, ну я вроде уже наметил себе какую-то дорожку. Нет, нормальную дорожку, а не то, которую вы подумали. Возможно, подумали. О, повар. Я могу у него одежду? А, тут слишком много людей. Нахуй, иди ты. Хули палишь, сука. Хули палишь. Хули палишь? Не пали. Не... Сука. Сука! Заметил? Сука, заметил. Все, пизда нахуй. Пизда нахуй покатилась по ужам, блядь. Да иди ты нахуй, ты заебал палить. Опа, я могу здесь кого-то ёбнуть. И положить. Отдыхать. Давай. Сука. Сука! Чё, реально сразу двое нахуй будут на меня идти? Всё, я прячусь. Иди нахуй, козёл. Я успел?
А, это как раз он идет осматривать зону. Во. Это его надо было завалить. Я думал, там снаружи кто-то будет идти. А я могу сейчас поймать его здесь? На выходе. А, ну это все палевно было. Ты ебать, да сколько можно-то уже, нахуй. У меня хоть одна там более-менее попытка-то будет. Colorado, без убийства постоянно этих ебаных гоноплясов. Так, давай. Это я так скорости придал. Хуй на. Хуй на, блядь. Заёб нахуй, а. Не заёбу со своим. А? Хуй изыс, нахуй. Какой чизис, блядь. Нахуй, иди, козёл. Б. Не заёблю уже, нахуй. Что ты, блядь? Хуй гну. Какие у меня рифмы, конечно, конченые. Чего я заныкался? Так, давай, бам. Наконец я подошел, конечно, к этой хуйне. Блядь, я надеюсь, они там не станутся в просвете. Блядь, уйди ты, урод! Нахуй ты пришел? Блять, этот долбоёб подошел, будет мешать мне. Идет осмотр зоны. А, ну вроде все равно получилось. Заебись. Все. Наконец, хоть что-то уже пошло. Заебись. Оперативная одежда. Так, давай, отключи. Чтоб больше не привлекал людей. Все, заебись. Я могу ходить, а вы ебаные гандоны. Я могу вот сюда заходить? Мне здесь разрешено? Так, ну возможность. Моя возможность. Давай, отслеживай. That is Ezra Berg, не, former Mossad interrogator. His services are in demand at the moment. Так. That is Penelope Graves, acclaimed anti-terrorist. Strange to see her as part of this хуем, блядь, во рту. You're not on the list. Так, ты шлюха ёбаная, не пали меня. Я только что просто всех избегал, сейчас осталось только одного. Это уже гораздо, гораздо легче вообще. Абсолютно нахуй. В смысле, сука, у меня нет отмычки. А там этот долбоёб курит нахуй. Ты шо? Ты хули с ним пиздишь? А можно я вот отсюда нахуй возьму, кину в него в эту дубинку, этому нахуй... Maybe try to graze him just on the neck. Артерию сонную пережму. И пусть так валяться оба будет. А я могу вот прямо отсюда нахуй еще это вот убить? Блять, не успел! А я ведь реально могу по сути сейчас взять? И как мне хуй делать этого убить? Да, есть? Salute, soldier. I appreciate your enthusiasm. Так, они отвернулись. Я могу взять этого? Беспалевно. Б, беспалевно нахуй. Really
always wanted to get into interrogation. Is that so? Absolutely. Not the... А когда... Чё? В смысле? Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. А почему сирена так резко началась? У неё там кнопка в жопе. Реально, меня не... Меня не спалили. Ха! Охуеть, вот это легко было. Да мне похуй на возможность. Нахуй, иди. А, схуяли я! А я схуяли! Так, давай дальше. Мама замечена, какое преступление. Бля, ебать я косой. Give it up, you tosser! One down here, JHQ. This is why we're here. This is why we're Нахуй, иди, ублюда! Блядь, пули мало. Да все, пиздец, нахуй. Блядь, как жить так? Пожить, пожить. Облепили рандоны со всех сторон. Так. В дверь заходить, это была твоя ошибка. Ты мне патроны просто халяво дал. Спасибо, нахуй. Сука, давай, давай, давай. Заходи, заходи. Просто мне патрончика давайте и все. И уходите, уебывайте. Пауза, кто-то нахуй смоляет. Кто смоляет, блядь? Умер нахуй. Кто там еще? Умер нахуй. А мне автомат даже дали. Эмочку я получил. Умер нахуй. Так, давай, взял. Вынес труп. Ебался, закрыть. Ёбаная нога, блядь. Вот как он нахуй видит, а я нет. Вот. Вам, блядь. Так, поменял. Всё. Давай, давай, вылази, вылази, выползай, сука. Всех нахуй здесь положу, блядь, рандоны. Всех убью, сука. Так, 13 пуль, давай, вам. Только эти цели, по-моему, уже должны съебаться, там какой-нибудь бункер зайти. Которого у меня явно доступа не будет. Что логично, не? Ты
Еще охуел. А, это еще какое-то оружие новое. Прикольно. Все, я всех завалил. Так, сюда иди. Пал, нахуй. Так. Кто еще? Кто еще хочет со мной побаслиться, блядь? На, козёл. Блядь! Уроды зажали меня. Я сдох! Блядь. Все равно сдох. Но это вполне возможно. Я там, блядь, пачками врагов улил. Я слишком это... В ловушку попал. Меня там зажали со всех сторон. Ах, ну ладно. Ничего, такая серия... Я смог целого одного убить из целей. Одного, блядь, сюда. Ох, хоть и не реализовал ни одну возможность, но все равно убью одного из целей. Ладно, короче. Не забудьте там подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, нажимать на колокольчик. Смотрите на друзья. Переходите на мой дискорд сервер. И буду ждать вас на следующих видосах, стримах и много всего. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.